сейчас опять Яшкин. Очень хорошие силовые приемы там в чужой зоне проводит. Но вот и попытка все-таки контратаковать. Буше. За воротами успевает сделать пас. И подключение какое! А вот здесь мог Буше забивать свою третью шайбу. КХЛ и сегодня вторую. Вот, смотри, да, вот бросок Шерифьянова и бросок Буше с разворота. И, по-моему, в левую ногу Бочарова шайба попала. Да, какой-то опять, если это сейчас давайте посмотрим. Фантастический сейв, да. Опять сейв Бочарова. Браво, Иван.